анекдот про измену. Возвращается муж из командировки. Входит в комнату, видит под одеялом его жена и какой-то мужчина. Мужик встает, одевается и молча уходит. Муж в шоке. «Ира, кто это?» «Да не знаю, хам какой-то. Ни тебе здравствуйте, ни мне до свидания». Анекдот про мужа и жену. Ночь. Муж и жена в постели. Не могут никак заснуть. За стеной надрывается соседский ребенок. Она: «Ты все еще хочешь завести ребенка?» Он: «Да, я хочу отомстить». Анекдот про семейный ужин. Сидим, всей семьей кушаем. Телефонный звонок. Я встаю, беру трубку. «Алло?» «Да, я». «Да очень просто. Короче, берешь бумажку, лучше газетную. Она помягче. Хорошо мнешь ее и вытираешь. До тех пор, пока не будет чисто. Пожалуйста, до свидания». Мои за столом давятся от смеха. Они уже представили все в красках. Еще больше смеялись, когда я рассказал, о чем меня спросили. А спросили меня, чем протереть монитор от жирных пятен. Анекдот про пьяного отца. Пьяный муж возвращается домой ночью. В прихожей падает, задевает вешалку, раздается страшный грохот. Из комнаты в ужасе выбегают жена и дети. Он им: «Что? Не спится без папки?» Анекдот про охоту. Муж возвращается с охоты. Жена спрашивает: «Дорогой, почему от тебя так говно воняет?» Муж рассказывает: «Видишь ли, дорогая, дело было так. Приехал я в лес, собаку отпустил с поводка. Она убежала, долго ее не было, пошел искать. Вдруг вижу в чаще медвежью берлогу. Я подошел, ружьем вовнутрь потыкал, вроде никого нет. Вдруг кто-то мне лапы на плечи положил. Оборачиваюсь, понимаю, что это шарик, но срать прекратить я уже не могу». Анекдот про отношения. У парня на коленках сидит девушка. «Назови меня как-нибудь ласково», – просит она. «Ты моя курочка». «Почему курочка?» «Ты сидишь на яйцах».